Те, кто обучается по очной форме в аспирантуре, ну и, соответственно, адъюнктуре, ординатуре, ассистентуре, в научно-исследовательских организациях и образовательных организациях высшего образования, то есть в вузах Новосибирской области. Для того, чтобы получить эту карту, нужно обратиться в деканат своего вуза или в дирекцию научно-исследовательской организации. Как только у нас вступит в действие на территории региона карта жителя, то Лаврентьевская карта перестанет быть пластиковой и будет привязана к карте жителя уже как виртуальная карта.